у тебя идеи есть, ты очень счастливый человек, естественно, богатый. Я с этим желанием. Посмотри, к нам пришла идея. Очень многие изобретатели, они жизнь отдают за идею, но их изобретение, их идея будет похоронена вместе с ними. Почему? Потому что они не смогли найти деньги на реализацию этой идеи. Благословение Господи, Аллаха, я не знаю еще кого-то, Всевышнего какого-то, да, у нас мы идею сумели понять, осознать, понять мало, осознать, и мы сумели найти начальный капитал. Вторую мы задачу решили. Третью задачу можно привлечь начальный капитал. Красиво, и петух красиво поет, да? Кто-то может. Привлекли, но мы сумели создать релевантные продукты. Что такое релевантные продукты? Ну, даже та программа для учета права собственности, это очень дорогая программа. Она нужна, да. Вторая, мы буквально в марте месяце начали первую, даже помню, второй продукт, что мы опубликовали? Издательство или же Комфтур? Ну, одновременно практически, да, середине марта было чуть-чуть. Слушайте, мы опубликовали на блокчейне Эфириум программу, где писатели, авторы могут закачать свою книгу и сами самостоятельно могут продвигать свою книгу прозрачно, без воздействия монополистов, и никто у них право собственности не отнимет. К нам будут приходить авторы, они же будут продвигать свои, мы их научим продавать книги, как продвигать. Продавать одно, продвигать книги, да, и получать. При этом наши учредители, мы с вами будем дивиденды получать.